Дорогие друзья, с вами лохматая душа. Новая, лохматая, истерзанная, просто до полусмерти душа, чудом выжившая. Это Динка. Мне позвонила женщина и сказала, что между гаражами, там, где цыганские поселения, бегает очень сильно порванная собака. И что подростки натравливают на нее питбулей. Я попросила, если сможете поймать, я заберу. И спустя некоторое время женщина привезла собаку к нам, не к нам, а в ближайшую ветклинику. Из клиники мне позвонили и сказали, что Валентина Анатольевна, вы заберете? Я сказала, да, согласна. Записывайте собаку на наше имя. Особенно, ребята, когда увидела, в каком виде собака. Она перед вами. Я не знаю, что пережила эта девочка и как она вообще выжила с такими жуткими, дикими травмами. Ребенок справлялся один. Где-то отлеживался, где-то зализывался, перебивался неизвестно чем. Но этот ребенок с такой страшной, ну просто чудовищной жаждой к жизни, эта малышка выжила. Назвали ее Динка. Что сказать, глядя на малышку? Те уроды, ублюдки, что натравливают бойцовых собак на растерзание себе подобных, это нелюди. Это просто реальные нелюди, и у них не осталось ничего человеческого. Стоять и смеяться, наблюдая, как рвут живое существо, которое кричит от боли и страха. Что может быть страшнее? Сегодня они натравили питбуля на собаку. Завтра они натравят на подростка. Где-нибудь, если, не дай бог, этот подросток попадется им на глаза. Один. А потом все скажут, что это порвали бездомные собаки. Такие прецеденты уже были. Друзья, перед вами Динка. Она сейчас у нас в приюте, поправляется. А еще удивительно то, что она доверяет людям. Ведь рвали ее сородичи, а не люди. И она не понимает, что рвали ее по приказу человека. Я благодарю женщину, что увидела эту девочку и написала. А потом поймала и отвезла в клинику. Я искренне благодарю ее. Всем сердцем, всей лохматой душой. Перед вами Динка, новый обитатель лохматой души. О том, что мы нуждаемся в помощи, ребят, вы все знаете. Мои хорошие, я благодарю вас. Всем сердцем, всей лохматой душой за то, что вы с нами. И желаю вам, вашим семьям, добра, радости, счастья. И пусть все беды останутся в уходящем году. А светлые мечты пусть сбудутся в будущем. С наступающим вас Новым годом! Добра вам, люди, мира, радости и любви!